очень аккуратно ложишь пальчики. Хорошо? Ответственность, помнишь? Пальчики. Нам это тоже ничего было, да, чтобы не помыли. Я как клей отмываю. Да, а нам вот освободить стол и нам помочь. Ну, вы берите поближе, вот эти не слишком маленькие для вас. Берите побольше эти. Вот видите, я так вот. Ого, сколько нарезали. Но ты бери лучше. Вы, наверное, самую длинную гирлянду на планете сделаете. Да, а эти вот надо вот так, смотри, пальчиками. Не сыпать сыновато. Не сыпать сверху, смотри. Так, мы еще никуда не уходим. Вот так, смотри. Клей отмывается водой, поэтому ничего, если кто-то испачкает. Да, мы сейчас сам сыпаем. Красиво у тебя получилось. Смотрите, маленький звездочек, можно вот так посыпать сверху, как он упадет, она разлеет. А уже пока не упадет, она... Вы знаете, какой у нас ног красивый был? О, молодец, ты мне помогаешь очень сильно. Она нос. Будешь моей помощницей в Новый год. Так. Вот сколько я должен сделать? Да? Красиво? Так, сейчас принесу. Посмотри на меня. А возможно, это здесь? Хорошо. Она никогда не отклеилась, и у меня всегда на носу. А что там у меня приклеилось? Я забыла. Я же не помню. Прикляешь еще зеленый? Красота. Вам один лист хватит? Мне надо еще. Разделите. Мой сынок, ты посмотри, вот здесь у тебя есть ручка. Крем вдвоем будет? Что ты хочешь? Тебе сейчас еще не делаю. Вот такой у тебя нет. Давай вот это на эту сторону. И вот на эту точечку давай. Мама, я сложу. Кому еще точек наставить? О, у тебя уши прям Снегурочка, вы видите, тут малышня какие успехи делает. Так, будешь с нами делать? Теперь смотрите, мы сейчас еще поставим точки и посыпем еще сверху блестки. Я мультик про вас смотрю. Так, сейчас. Кого? Сейчас будешь клеить. Да? Сейчас 2 секунды. Когда ты смотрел? Ночью. Ты поможешь? И что там я делаю? Дедушка Мороз, вот и снег. Да, рисовать книги. Да. Держи. Вот так, я... кружочки нарисовать. Понятно, песню. Песню? А ты знаешь, какую? Вообще кто-то знает песню новогоднюю? Что это? Песню не пою. Я знаю. Какую? Родилась елочка. Давайте споем. А ты будешь споем. Хорошо. Летом стройная зеленая елка. Трусишка, зайка. А ты что, не поешь? На праздник нам. Ну вот почему это? Ну-ка, я слышу ваши голоски. Эй, ты что?
пришла ваша. Ой, промахнулся. Я промахнулся. Так, дети, смотрите, я поставила. Я подвину сейчас, а потом я поставила еще точечку. Знаете для чего? Да, правильно. Сейчас вот сюда насыпем. Сейчас я посыплю блёстки. А можно там какие-нибудь блёстки? Да, конечно. Дети, какие блёстки мы хотим насыпать на наши шарики? Какого цвета? Вот сюда присядешь. Да, я делать я вам нельзя тут делать, ладно? А вы просто любуетесь. Ой, какие. Я хочу золотые. Сейчас мы все насыпем. Вот, смотрите. Да, это немножко серебряного. И на точечке. Смотри, смотри, что.